Эстонии стартовала летняя пассажирская навигация. Спровоцировало ли закрытие границ рост спроса среди пермяков на речные путешествия? И рассчитывают ли участники рынка на полное восстановление пассажиропотоком в текущем году? Узнаем у эксперта в студии Любовь Ильинская, руководитель операторского отдела круизного флота «Русич». Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. Ну вот буквально сразу же хочется обратиться к вопросу, который уже был заявлен. Рост спроса. Спровоцировало ли закрытие границ? Как сейчас ситуация по поводу водных путешествий? Ну, мы, конечно же, отмечаем повышение спроса. Мало того, если раньше мы встречали на наших теплоходах в основном наших постоянных клиентов, которые интересовались новыми маршрутами, то сейчас мы, конечно, отмечаем, во-первых, омоложение круизного клиента. Вот, и, конечно же, это люди, которые, в принципе, ну, иногда даже вынужденно выбирают такой вид отдыха. Ну, мы этому рады, потому что для нас это новый этап развития. Ну и, конечно же, как для бизнеса, это в любом случае всегда улучшение ситуации. А вот рост спроса, он не спровоцировал рост цен? Как вот с ценовой политикой? Нет. Наоборот. Сейчас же действует активно программа «Кэшбэк», да, программа «Мир». И поэтому это нам помогает привлечь, сделать для клиента интереснее стоимость и сделать круизы доступней. Вы работаете на иногороднюю аудиторию. То есть давайте поясним зрителям, про какой маршрут идет речь. Да, наша компания имеет, так сказать, 20-летнюю историю в Пермском крае, но сейчас мы больше известны в центральных регионах, как круизный флот «Русич». И один из наших теплоходов в перечне маршрутов имеет, конечно же, Пермь. Москва-Пермь – это 15-дневный маршрут, который достаточно востребован. Мы путевки продаем заранее за 1,5 года, и вот на данный момент оба круиза 2021 года проданы полностью у нас. И мы сейчас, вот буквально на днях, приняли решение в 2022 году внедрить еще и третий круиз. То есть мы понимаем, вообще пермский навигационный сезон достаточно короткий, с июня по август. И поэтому один из наших теплоходов будет заточен, то есть его половина сезона будет посвящена пермским круизам. Для нас это, конечно, может быть необычно, но сейчас мы все вынуждены, да, приноравливаться к новым условиям, к изменениям. Но для нас эти изменения даже положительные получились. А вот о чем говорит такое увеличение спроса именно с другого региона, именно Перми? Это... Вообще Пермский край ведь очень красивый. Нашим гостям нравится вот посмотреть Волгу, пройтись по Каме. Кама более полноводный, чем Волга. Пейзажи, уже, так сказать, хвойный лес. Ну, вообще привлекателен внешний регион. Далее, мы, конечно, стараемся показать не только саму столицу Пермского края. Мы везем всегда в Березники, мы показываем север. Усолье, Соликамск, Чердынь. Наши круизы называются «Вотчина Строгановых». Мы протягиваем вот эту вот ниточку историческую, что Усолье, град Петербургу, брат. Вот эти вот исторические связи мы обязательно подчеркиваем для наших гостей и повышаем из этого интерес. Но все-таки не все так положительно, да? Я, что касается Пермского края, есть определенные пробелы, может быть, в инфраструктуре? Вы знаете, мне всегда немножко обидно за свой регион, потому что мы работаем в других регионах. Например, Башкортостан в этом году вовсю ликует, они открыли новый причал и развивают инфраструктуру своей Белой реки. Вот. Ленинградская область каждый год хвастается новым причалом. Вот хотелось бы, чтобы мы тоже порадовались новому причалу в Пермском крае. А где вот именно они необходимы? Какой спрос сейчас у, ну, даже если не у иногородних, то хотя бы внутренних? Ну, в любом случае, это должен быть какой-то, может быть, крупный город. Это может быть какая-нибудь зеленая стоянка. Мы по своему опыту знаем, что здесь, конечно, необходима очень такая тесная работа административного ресурса с бизнесменами. Вот, потому что без этого никак. В любом случае это земля, в любом случае это какое-то инвестиции какие-то, да, ну и активный человек, который этим заболеет и будет этому способствовать. Мы, в принципе, рассматривали для себя такую возможность, лишь бы нам ее предоставили. А вообще вот по поводу, может быть, информационного стенда, какой-то информации, вот здесь есть понимание, достаточно ли информативности, что касается речных путешествий? Если мы, вот, конечно, инфраструктуру, да, здесь
здесь пробел большой, здесь необходимы действительно вот инвестиции. Ну, может быть, можно решить какими-то малыми шагами, чтобы уже сейчас было больше спроса. Ну вот, например, внутренний поток. Я говорю, что мы для своих гостей в рамках круизов в Пермь, конечно, пытаемся разнообразить вообще посещение разных мест. У нас не только столица, да, у нас есть Ильинская, Березники и так далее, но это все в рамках автобусных маршрутов. Конечно, для своих гостей мы готовим большое количество каталогов, большое количество информации. То есть вы прикладываете виде. Много усилий, но, к сожалению, с противоположной стороны ее ну не вот, получаете. Да, может быть, конечно, мы не обо всем знаем. Ну вот создана в начале года та рабочая группа по развитию именно инфраструктуры водной, но, к сожалению, Минтранс отказался от участия в программе. Вот какие вы видите пути вот, решения уже сейчас? Но в любом случае, Пермская набережная уже благоустроена. То есть для туристов ведь важно приехать, запечатлеть себя, да, на фоне «Счастье не за горами». Это, конечно, стало уже брендом Пермского края, мы этому рады. Вот. Березники, конечно, бы тоже хотелось, чтобы был благоустроенный причал. На данный момент наших гостей ожидает рейдовая высадка. Ну и Чайковский, конечно же, тоже достаточно известный причал. Но по большому счету в этом году, наверное, будет все. Вот эти вот 3 стоянки запланированы в наших круизах. Думаю, что у наших коллег по Пермскому даже краю не будет ничего нового. Вообще по поводу соотношения цен и качества, как вот здесь обстоят дела? Приблизились ли мы к какому-то, может быть, европейскому уровню? Вы знаете, если говорить в целом о рынке. У каждой компании вообще свой взгляд на это дело. Я говорила, что мы продаем очень заранее, поэтому для нас важно, допустим, дать достаточно большие и хорошие скидки для тех, кто покупает заранее. Мы предоставляем беспроцентные рассрочки платежей и так далее. Тут у каждого свое. Поэтому мы, допустим, заявляя 1,5 года назад, в начале, грубо говоря, там, в конце 19-го, начале 20-го года, цены, мы их особенно не поднимаем. Мало того, кто забронировал в начале 20-го, для них стоимость остается неизменной. Вот, поэтому я могу говорить только за себя. И сейчас, вот, допустим, да, в рамках цен 2020 года еще получить кэшбэк от программы МИР. А вы знаете, да, что кэшбэк еще и продлили до конца года. Поэтому мы тут, конечно, очень радуемся. Он в том числе влияет на приток туристов. Конечно, потому что, допустим, они получают нашу скидку плюс 20%. В общем, в итоге получается около 40% скидка на круиз. И вот поэтому люди к нам приходят. А вообще какой сегмент больше пользуется спросом? Вот, до 2020 года был, конечно, возраст 55+. Сейчас мы отмечаем омоложение. Большое омоложение, причем это могут быть люди уже 25 лет, которые могут отправиться с нашим флотом на Соловки. Такой федеральный тренд прослеживается, что в борьбе за клиентов многие участники рынка ведут ценовые войны. Вот у нас замечает такое особенно в период? Мы не замечаем. Единственное, что мы, конечно, следим за своими коллегами, кто вводит какие-нибудь новые маршруты. Вот. Но с большинством судоходных компаний мы очень дружны. Мы в партнерстве так или иначе по каким-либо областям. Поэтому вот такого прямо, чтобы каких-то обид, такого нет. По поводу восстановления пассажиропотока, ожидается ли он в этом году? Ну, вы знаете, в том году мы и не чувствовали снижения потока, потому что вот эта пандемия, может быть, сыграла нам только на руку. Ну, не будем, конечно, так говорить, но в любом случае мы оказались готовыми к тому, что наши соотечественники будут отдыхать именно на родине. Вот. И к этому году мы тоже основательно готовились. И особенно мы будем готовы к 22-му. А по поводу иногородних туристов, есть ли спрос? Хотя, конечно, тут еще существует закрытие границ, но тем не менее. Иностранных? Да, иностранных. Иностранных. Вы знаете, мы до 2020 года традиционно у себя принимали очень много европейцев. Это была Германия, Испания, Израиль к нам ехал прям как на летнюю дачу русскую. Вот. В том году, конечно, к сожалению, нет, не было ни Прибалтики, ни Украины, никого. Вот. Потихонечку, вот нынче Прибалтика начинает возвращаться, но не более того. Большое спасибо за интересную беседу. Я напомню, в студии была Любовь Ильинская, руководитель операторского отдела круизного флота «Русич». Мы говорили о теме водных путешествий и открытии летней навигации в Перми.